Всем привет, и сегодня мы поговорим об интересном проекте под названием Carrion X. Эволюция денег происходит уже сейчас. Появляются стейблкоины и другие децентрализованные финансы, которые меняют правила использования программируемых денег. Если планируете стать частью эволюции, то можно присоединиться к команде Carrion X. На данный момент я нахожусь на официальном сайте. Здесь мы видим видео, которое разместила команда. В нем рассказывается, каким образом будут происходить изменения и что это приведет к дальнейшему. Carrion X – это служебный токен, который означает принятие, использование и распространение стабильных монет. Решений CBDS, Open Finance, Crypto и DeFi. Представляя их миру и поддерживая сотрудничество сообщества, Carrion X планирует создать единую платформу для стабильных монет и приводит движение к успеху. Carrion X – это газ для стабильной инфраструктуры и криптоинфраструктуры. Carrion X представляет своим пользователям преимущество в использовании и торговле стабильными монетами. При этом, если вы планируете принять участие, необходимо авторизоваться на проекте и стать его участником. Carrion X представляет собой сервисный токен для нескольких целей. Монета будет использована для поощрения сотрудников глобального движения за стабильные деньги. Продавцы будут мотивированы использовать Carrion X для различных промо-акций и кэшбэков, для поощрения стабильных монет и криптоплатежей внутри своих потребителей. Carrion X также может использоваться частично в качестве обеспечения стабильных монет, поскольку он намерен использовать и представлять отрасль. Пользователи Carrion X могут использовать инфраструктуру Carrion бесплатно или по более низкой стоимости. Программа для ставок лояльности. Carrion X используется для поощрения и вознаграждений, чтобы увеличить количество участников сообщества и их использование стабильных монет. Пользователи могут оплачивать членские взносы и другие сборы за обслуживание инфраструктуры Carrion, используя при этом свои токены. Доноры-спонсоры могут пожертвовать свои фиатные средства для поддержки деятельности фонда. Как видите, проект является достаточно простым и интересным. Ежедневное использование служебного токена имеет массу преимуществ. Владельцы получат 2,5% ставки ежеквартально по программе оценки лояльности. Смотрим ниже, здесь мы видим характеристики. Всего было выпущено 400 миллионов монет, при этом они являются невозобновляемыми. Соответственно, это все количество, которое присутствует на рынке. Ниже мы видим распределение. Распределение будет использовать развитую инфраструктуру, многолетний финансовый опыт и обширную влиятельную деятельность, чтобы сделать свой токен успешным. Токены будут распространяться среди всех участников, покровителей и сторонников стабильной валюты. Раздача будет происходить следующим образом. 64% токенов предназначается для сообщества, 17% для разработки. Баунти команда получит... Баунти команда получит... Здесь не указано количество процентов. На лоятели стейкинг 15% выделяется. Это, соответственно, баунти команда и разработчики получат 10% монет. Ниже мы видим рейтинги. Рейтинги достаточно высокие. 9.3, 9.0. Carrion фонд мы видим. Цель команды заключается в том, чтобы способствовать распространению во всем мире стабильных монет,
и помочь молодым людям без банковского доступа получить доступ к быстрым и безопасным платежным активам. Специалисты поддерживают все проекты, которые работают над такими разработками и ориентированы на привлечение клиентов в инфраструктуру. Фонд Carion был создан в 2016 году. Он создан специально для содействия и развития распространению стабильных монет и надежных криптовалют в мире. Здесь мы видим, что монета является действительно стейблкоином. На сегодняшний день специалисты разрабатывают 9 невероятных программ, и все они открыты для различных языковых предпочтений. Ниже мы видим дорожную карту, каким образом будет происходить становление. Мы видим, что завершение площадки планируется на 2021 год. Именно в этот момент появится полностью стабильная монета. Также здесь на сайте представлены разработчики этого проекта. Команда достаточно опытная, специалисты уже работали в подобной сфере и отлично разбираются во всех деталях. Чтобы постоянно получать новые новости об этом проекте, необходимо подписаться на рассылку новостей, и вы всегда будете находиться в курсе всех событий. Надеюсь, что этот обзор был полезен и интересен. Ставьте лайки, пишите комментарии.